представляете, насколько бесчеловечными были действия фашистов на оккупированных землях Беларуси? Свыше 20 миллионов людей потеряла наша страна в той войне. Язык слышит. Если бы мы посвятили каждой жертве по одной минуте молчания, мир молчал бы 50 лет. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновенье и скорби постоим, когда мы молчим. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, гордость держите стоны, горькие стоны. Памяти папы будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Но эти жертвы не были напрасными, фашисты были разбиты. 9 мая 1945 года Берлин, последний оплот фашизма, пал. Все небо взорвалось салютом долгожданной победы. Никогда не исчезнет из памяти народной гордости великой победы. Память о страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. Думаю, что у каждого из вас будет почувствовать ответственность и гордость на своей родине. Каждый из вас будет большим уважением относиться к тем, кто внес вклад в нашу великую победу.